Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванша-калпатару-вэшча-кипа-синду-бэвач Патитанам павуне бхавишна-вебхё намо-нама Мукам кароти вачалам пангум лам хэтигирим Яткипатамахам банде парамананда-мадавам Бриндавитулсидеввайпиявайкесвасвача Шна бхакти паде деви сватва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунча ива нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане кишна катху падеш Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагодварайна Дхейям Сада Парибхавагна Бабишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджито кемапикопабадушвадарш Урнану рагра сосагра сарамурти Сарадхикамай када кипанкарш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртаной капитару камала айатакшо Вишамбару диджавару югадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманаṅга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джусшо бадане Лакшмир джасрача бхакшаси Джасьясте хиде самбихит Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе
анади ниданам брахмо садда таттам жадакшарам нивартате артха бхавена апакрия ягату ятаха анади ниданам брахмо садда таттам жадакшарам нивартате артха бхавена апакрия ягату ятаха Гаудия Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, что сказал, я хочу предаться лотосным стопам Гуру, который способен даровать мне стопроцентное благо. Не частичное благо, а не частичный мангал, а стопроцентное благо. Я не готов принять частичное благо. Такие гуру, как йоги, гьяни, карми, так называемые, кула-гуру, то есть гуру, который дает наставление всей семье, семейный гуру. Прабхупад говорит, что подобные гуру не помогут преодолеть океан материального существования. Более того, такие гуру не способны даже помочь самим себе выйти из оков материального мира. Так как же они могут помочь нам? Когда Прабхупад делает это заявление, что он не готов на меньшее, тем самым он говорит о Шроутапанте. Он дает ее точное определение. Ведь если мой гуру не установился в полной степени в Шроутапанте, он не способен принести мне полное благо, абсолютное благо. Дать мне абсолютное благо. Шабда Брахма без изменений может передаться лишь, передаваться лишь через Гуру Парампара, Шрота Парампара, Шрота Пантх. И если мой духовный учитель не находится в ней, то он не сможет без изменений передать мне это высшее учение. Шрота Панха, то есть Шабда Брахман, это самое высшее, что это самое высшее, что есть в этом мире. Мы постоянно слышим материальный звук, но помимо него существует Шабда Брахман, то есть трансцендентный звук, который передается лишь через трансцендентный канал. Шрота Пантх. Бхагаван Вамана, Вамана Дев. Сегодня день его явления. В этот день он пришел в этот мир. И сегодня мы поговорим о практичных вещах, которые помогут нам, которые мы сможем использовать в своей духовной жизни, духовной практике.
Как мы знаем, Бали Махарадж не хотел, не захотел принять наставление своего кула-гуру. Несмотря на то, что его духовный учитель Шукрачарья дал ему наставление, Бали Махарадж не стал принимать их. Более того, он никогда и не принимал Шукрачарью как своего подлинного гуру, поскольку он принял Прохлада Махараджа как своего высшего наставника, как своего духовного учителя, поскольку он находился в Шротапантх, то есть он находился в подлинной цепи ученической преемственности в Бхагавата Парампаре. Шукрачарья воспринимал Бали Махараджа как своего ученика, именно поэтому он сказал ему: «Не давай никаких пожертвований Ваманадеву». На самом деле Ваманадев хотел выразить, то есть прославить Бали Махараджа и его родословную. Для этого он прибегнул к помощи определенной техники, определенного искусства коммуникации, которое использовал также и Прабхупад. Я думаю, что мы также не сможем делать. Для этого необходимо достигнуть возвышенного уровня, каким обладал Прабхупад, на котором находился Прабхупад. Если я начну выражать вам почтение, Прабхупад много раз повторял: не нужно ни восхвалять, ни критиковать окружающих. Потому что если вы будете делать это, если вы будете кого-то критиковать, к примеру, вы перимете его плохие качества. Именно поэтому это запрещено. Если вы видите, что кто-то совершает ошибки, кто-то делает что-то неправильное, не спешите критиковать. И в то же время не нужно восхвалять, восхищаться материалистами. Казалось бы, что в этом плохого? Но если вы будете хвалить кого-то, вы точно так же, как и в случае с критикой, будете сфокусированы на качествах материального человека, материалиста. И, естественно, выстроится некая связь между вами и тем, о ком вы думаете, о ком вы говорите. И из-за этого
неизбежно вы лишитесь баджана. Именно поэтому, говорится, не нужно ни критиковать, ни восхвалять. Однако, если мое, если восхваление или осуждение кого бы то ни было поможет продвинуться мне в хари-баджане, мы, без сомнения, должны делать это. И Прабхупад очень тонко прибегал к этому методу, то есть очень искусно прибегал к этому методу. Он знал, что если я приглашу какую-то знаменитую личность на харикатху, это позволит мне совершить еще больше служения, поскольку окружающие оценят то, что прославленные люди интересуются харикатхой. Прабхупад знал, что люди любят, когда их хвалят, когда им выражают почтение, внимание. Он приглашал, а затем он писал на входе Гаудия Матха перед какой-то программой, что вход только по пригласительным билетам. И он знал, что если этого не сделать, то люди будут воспринимать Гаудия Матха как какую-то дешевку. Место, куда может прийти кто попало. Но когда он делал такую вывеску, люди ощущали, что это место для избранных. И, естественно, у них проявлялось некое уважение и внимание, интерес к харикатхе. Итак, Вамана Махарадж поступил точно так же. Когда он пришел к Бали Махараджу, Бали Махарадж сказал: «Ты пришел в мое царство, поэтому я хочу вознаградить тебя всем, чего бы ты ни пожелал. Я царь всех трех миров. Я могу подарить тебе целый континент. Поэтому подумай, чего ты хочешь». Но Вамана Махарадж попросил лишь три шага земли. Это очень удивило Бали Махараджа. Ему показалось это абсолютно непрактичным, абсолютной глупостью. Он сказал: «Я богатейший человек. Ты можешь попросить меня все, что угодно, а ты просишь этот пустяк. Три шага земли, учитывая твой рост, это же совершенно незначительный клочок земли». Знаете, царя Нахуша, Махарадж Нахуш. Only satisfaction you can find inside the heart of
Он раздавал огромные пожертвования, но так и не обрел удовлетворения, поскольку удовлетворение присутствует лишь в сердце чистого преданного, подлинного вайшнава. И нигде больше. Бамана Махараша объяснил. Я хочу всего лишь 3 шага земли. И я не хочу большего, потому что знаю, что из-за этого я могу лишиться того, что у меня есть, лишиться своей силы. И в конце концов, Бали Махарадж был вынужден предложить Бамана Махараджу то, о чем он просил. Он начал совершать ачуман, то есть это целый процесс. Но между тем пришел Бали Махарадж, пришел Шукрачарья, его духовный учитель Бали Махараджа, и сказал: «Глупец, не давай ему ничего, что ты делаешь? На самом деле это сам Вишну, он просто принял облик карлика. На самом деле он пришел, чтобы забрать у тебя все, чем ты обладаешь». И вручить все это полубогам. Но Бали Махарадж сказал: «Я уже пообещал, поэтому пути назад нет». Бали Махарадж не посчитал нужным обратить внимание на наставление своего духовного учителя, прислушаться к ним. Он продолжил ритуал вручения дара. Из-за этого Шукрачарья проклял своего ученика. Проклял лишиться всего, что у него есть. Но даже после этого проклятия Бали Махарадж не остановился. Немедленно после этого Баманадев принял гигантские размеры, и своим первым шагом он пересек адские и райские миры. То есть Бамана Махарадж просил 3 шага земли. Первыми 2 шагами он перешагнул все, чем обладал Бали Махарадж. И у него больше ничего не осталось. Не осталось места, куда бы мог сделать 3-й шаг Бамана Махарадж. Но в таком случае Бали Махарадж вынужден был бы отправиться в ад, поскольку он не исполнил обещание, данное Браману. Тогда жена Бали Махараджа принесла кувшин со священными водами и предложила Бхагавану Вишну омыть свои стопы в этих священных водах. А затем она сказала: почему бы тебе не вручить свою голову, не отдать свою голову Бамана Махараджа, чтобы он сделал 3-й шаг тебе на голову, поставил свою ногу тебе на голову.
И Бали Махарадж последовал совету жены, таким образом получив величайшую милость. Таким образом, Вамана Махарадж забрал все, что было у Бали Махараджа. И с материальной точки зрения, казалось бы, это большая потеря. У Бали Махараджа не осталось абсолютно ничего. Да, может быть, это так, но на самом деле он обрел высшее сокровище — лотосные стопы Верховного Господа. Таким образом, он не потерял ровным счетом ничего. И это привело его на Суталу. Это место, которое, это планета, находящаяся выше райских планет. Это превосходнейшее место. Таким образом, эта история учит нас тому, что мы обретем полный успех, лишь если будем следовать Шроута Пантх. Теперь мы перейдем к следующему, к следующей теме сегодняшнего дня. Джива Госвамипаду. Джива Госвамипад — это выдающийся татва ачарья. Вы наверняка знаете о нем, но я должен вкратце рассказать о нем, как в предисловии. Бхактивинод Тхакур для того, чтобы доказать Сиддханту, был вынужден обращаться ко многим источникам, ко многим библиотекам, собраниям вайшнавов, литературным собраниям вайшнавов. В Миннапуре в то время происходило большие дебаты. О положении вайшнава и положении брахмана. И Прабхупад был ключевым спикером на тех собраниях. Так вот, в Миднапуре находилась библиотека Вишвананда Госвами. Именно к ней Бхактивинод Тхакур обращался. И на основании этого Бхактивинод Тхакур сделал следующее заключение. Когда Махапрабху пришел в Мальду, как раз таки в Мальде жил Рупа и Санатана. Джива Госвамипад родился задолго, за какое-то время до того, как Махапрабху посетил Мальду. В то время Джива Госвами был ребенком. Рупа, Санатана, Анупама и маленький Джива Госвами пришли встретиться с Махапрабху, когда тот пришел в Мальду. То есть Бхактивинод Тхакур этим нашел доказательство тому, что в раннем детстве Джива Госвамипад получил даршан Махапрабху.
Анупам, отец Джива Госвами, оставил тело. После этого Санатна Госвами и Рупа Госвами покинули, также покинули, то есть покинули Мальду и отправились к Махапрабху. А Джива Госвами, оставшись один, испытывал глубочайшее чувство разлуки. Но он постоянно вспоминал, думал о своих дядях, о Рупе Санатане, своем отце, Анупаме. И после того, как он завершил обучение, изучил Вьякаран, Аланкар, Вед, Веданту, во сне он увидел Махапрабху. Махапрабху пришел к нему со всеми своими спутниками, с Нитьянандой. И Джива Госвами видел, смотрел, как они танцуют. После этого сна он больше не мог оставаться дома. Несмотря на то, что он был очень богат, жил в роскоши, он принял решение покинуть дом и под предлогом обучения в Навадвипе уехал. Он приехал в Навадвипу, там повстречал много преданных. Встретился с Нитьянандой, получил его милость. А Нитьянанда сказал ему найти книгу Бхактиратна. Нитьянанда Прабху жил в доме Шривас Пандита. И когда Джива Госвами подходил к Навадвипе, Нитьянанда сказал: «Похоже, Джива близко. Кажется, он уже пришел». И преданные сказали: «Да, действительно, один человек стоит снаружи дома и чего-то ждет». Нитьянанда сказал: «Заведите его сюда». Джива Госвами, увидев Нитьянанду, начал рыдать, припал к его стопам, а Нитьянанда благословил его, прикоснувшись к его голове. Он сказал: ты должен пойти во Вриндаван. Но прежде чем Джива Госвамипад ушел во Вриндаван, Нитьянанда пролил на него огромную милость, совершив вместе с ним парикраму по Навадвипадхаме. А Шринивас Ачарья совершил парикраму с Ишантакуром. В свое время. Итак, затем, после Навадвипа парикрамы, по наставлению Нитьянанды, Джива Госвами отправился в Варанаси. Казалось бы, почему Нитьянанда отправил его туда? Дело в том, что в то время в Варанаси жил ученик Сарубам Бхаттачарьи. Как мы знаем, Сарубам Бхаттачарьи был Майвади. Но, несмотря на это, он получил
огромную милость Чайтанья Махапрабху. И между Сарвабхаума Бхаттачарья и Махапрабху состоялись глубочайшие беседы. Которые привели к тому, что Сарвабхаума Бхаттачарья оставил философию Майявади и стал великим вайшнавом. И во время Джива Госвами в Варанаси жил его ученик Мадхусудан Вачаспати. Он был выдающимся ведантистом, знатоком веданты того времени. Он был лучшим, потому что ему повезло получить Гауди Веданта Башью, то есть наставление Гауди Веданты от своего духовного учителя Сарвабхаума Бхаттачарья. Именно поэтому Нитьянанда отправил Джива Госвами пада в Варанаси, для того, чтобы он общался с ним, обучался у него. Но когда Мадхусудан Вачаспати увидел, каким знатоком является Джива Госвамипад, как за, имеется в виду, как за кратчайший период времени он изучил всю веданту, Мадхусудан Вачаспати был поражен. Ну, конечно же, для нас это неудивительно, поскольку мы знаем, что Джива Госвами является вечным спутником Господа. Говорится, что Джива Госвамипад был не меньше, чем Рамануджа Ачарья. Бхактивинод Такур пишет о Джива Госвами. Следующее. Стандарты Джива Госвамипада были не меньше, чем стандарты Рамануджа Ачарьи. А может быть, даже и больше, более серьезные. Я прошу прощения, но я действительно хочу сказать это. И я хочу объяснить. Рамануджа Ачарья не дал нам Гаудия Веданту. Несмотря на возвышеннейшее положение Рамануджа Ачарья, Гаудия Веданту он нам не дал. Ее мы получили от Джива Госвамипада. А он получил ее от Махапрабху. Махапрабху дал ее Сарвабхаума Бхаттачарье, Сарвабхаума Бхаттачарье Мадхусудана Вачаспати, и от Мадхусудана Вачаспати ее получил Джива Госвамипад. Это первая причина. Вторая причина — он... обладал Радха Бхавой. Махапрабху обладал Бхавой Радхарани. И учение, которое принес Махапрабху, для нас наиболее сокровенно. Третий пункт. Джива Госвамипад является вечным спутником Радхарани. Он является Вилас Манджари, но Рамануджа Ачарья, несмотря на его возвышеннейшее, величайшее положение, не является вечным спутником Радхарани. Таким образом, я, может быть, не совсем правильно говорить, что он, ну, сравнивать их, но все-таки я утверждаю, что положение Джива Госвами для нас более ценное, чем даже положение Шри Рамануджа Ачарьи.
После Варанаси Джива Госвамипад отправился во Вриндаван и там обучался под руководством Рупы Госвамипада. Бхакти Ратнакаре Джива Госвамипад пишет по милости по беспричинной милости Санатаны и Рупы я обрел высшее наслаждение от сиддханты Гаудия Вайшнавизма. Хотя я говорю, использую такие сравнения, на самом деле поток Ананды бесконечен, то есть он не имеет предела. То есть, по милости Рупы Госвамипада, я обрел вкус к раса сиддханте, высший вкус к раса таттва сиддханте вичару. Но что действительно печально, так это то, что существуют материалисты, которые утверждают, что Джива Госвамипад не находится в линии с Рупой Госвами и Санатной Госвами. Бхактивинода Тхакур называет таких людей негодяями и утверждает, что они совершают оскорбление лотосным стопам Дживы Госвамипада. Еще до того, как Джива Госвами написал Сат-Сандархья, он, то есть имеется в виду в самом начале Сат-Сандархья, он предлагает поклоны Рупе Госвамипаду. И во вступлении пишет, что он приступает к повествованию под строжайшим руководством Рупы Госвамипада. То есть утверждает, то есть он говорит, что я под строжайшим руководством Рупы Госвами начинаю изложение Шат-Сандарбх. Но эти люди говорят подобное, потому что якобы Джива Госвами проповедовала свакию. Но на самом деле Джива Госвамипад для того, чтобы спасти людей от падения, видя плачевное положение людей этого мира, подготавливает их при помощи этого. То есть на самом деле свакия, паракия в отношении трансцендентного мира не отличная. Но материалистам это крайне сложно понять. Так вот, такие люди не способны понять, что Джива Госвами делает это, проповедует свакию
описывает превосходство Свакия для того, чтобы спасти незрелые души этого мира. Да, конечно же, Свакия занимает высочайшее положение, но точно так же, как Свакия, Паракия вечна. Бхактисиддханта Тхакура объясняет, он говорит, пишет, то, чего нет во Вриндаване, не может быть проявлено и здесь. Здесь не может быть того, чего нет там. Поэтому и Паракия, и Свакия вечные. Браджа-гопи, Радхарани не вышли замуж за Кришну, они навеки его. Поэтому не возникает даже вопроса о законном, о узаконенных отношениях. Однако концепция замужества присутствует. Там есть Джатила, Кутила, Камса. Ведь если бы их не было, невозможно было бы в полной степени насладиться Паракией Бхавой. Она становится такой многогранной, такой вкусной, потому что присутствуют эти концепции. Концепции Джатилы, Кутилы, Камсы, бесконечных препятствий, которые встают перед гопи в служении Кришне. Им приходится проходить бесчисленные препятствия. Даже эти барьеры, эти препятствия проявляются в социальных препятствиях. Для того, чтобы быть с Кришной, им приходится перешагнуть через социальные устои, через моральные нормы, через правила поведения. Они закрывают на все глаза. Они махают на это рукой. Пусть люди критикуют нас, пусть они осуждают. Нам нет до этого дела. Таким образом, Паракия Бхава питает Свакию. Наша Гуруварга приводит пример. Ганготри с Гомуха нисходит в этот материальный мир, и на своем движении встречается с большим количеством препятствий в виде холмов, в виде камней, огромных валунов. Но все они, она пересекает все. Поскольку ничто, никакие горы, ничто не может остановить Гангу. Она, в конце концов, впадает в океан, который является ее мужем. То есть все реки стремятся к своему мужу, океану. Вечный муж Кришна. Так вот, Паракия Бхава необходима для питания этой концепции. Это то, что придает энергия, особое настроение, особый заряд. Итак, Бхактисиддханта Тхакура говорит, не думайте, что в трансцендентном мире нет Паракия Бхава. Она там, она присутствует там. Ведь то, чего нет в трансцендентном мире, не может быть проявлено здесь. Поэтому, естественно,
Несомненно, Паракепхава есть и в трансцендентном мире. Итак, Джива Госвами Пад устанавливает свакию для того, превосходство сваки, для того, чтобы спасти нас. Поскольку до того момента, пока мы делим людей на мужчин и женщин, мы не квалифицированы погружаться в возвышеннейшие темы лил Господа. Я знаю, что многие с этим не согласны, и многие станут опровергать мои слова, но я не могу иначе. Я сейчас нахожусь на... Я сижу на Вьясасане и не имею права изменять философию. Итак, Бхактивинода Такур заключает, что Джива Госвами Пад никогда не нарушал, никогда не опровергал наставления Рупы и Санатаны, никогда не опровергал их заключения, философские заключения. Более того, когда он писал, мы сами видим, когда он писал Шат Сандарбхи, он в самом начале пишет о том, что он делает это под непосредственным руководством Рупы Госвами и молит своих духовных учителей Рупы и Санатану о милости. Сейчас я хотел бы поговорить о том, обсудить то, как Джива Госвами прославляет нашу Гуру Варгу, как он устанавливает превосходство Рупы, Санатаны. Вишва Вайшнава Раджа Сабха, главная ее цель — защитить трансцендентную философию нашей сампрадая. Но теперь, то есть это конечная, главная цель — защитить сиддхантавани, защитить наставление сампрадая. А Прабхупад много раз говорил, если наставления нашей сампрадаи будут под защитой, прислушайтесь, если сампрадай к Вани Вайбхав будет под защитой будет все. Все будет в порядке. Другими словами, если Шрота Панха, Шрота Вани, трансцендентные наставления нашей Гуру Варги будут под защитой, мы можем быть уверены, что наша сампрадая уцелеет. Уцелеет такой, как она есть. Но как только ачарьи уклоняются от Шрота Пантх, они тут же лишаются всего. Необходима беспрерывная цепь ученической преемственности, то есть ученик, который
станет неуклонно следовать своему духовному учителю. То есть, когда ученик следует в точности своему духовному учителю, это и есть высшее служение читания Махапрабху, это и есть служение распространению учения Махапрабху. То есть, это и есть настоящее служение Махапрабху. Но сейчас, в нынешние дни, бытует мнение, что настоящее служение Махапрабху — это проповедь за рубежом. Но не выдумывайте новую философию. Мы обязаны слушаться наставлений Прабхупады и Бхактивинода Такура. Я могу привести доказательства всех наставлений Бхактивинода Такура и Прабхупады. Сам Бхактивинода Такура пишет, что обязанностью ачарьи является исправлять учеников, то есть указывать на отклонение от учения. Но когда мы видим, когда люди сталкиваются с несогласием, когда мы видим, что кто-то бросает вызов тем, кто... делает то, что ему вздумается, нам кажется, что такой вайшнав несмиренен. Я, конечно же, не хочу сказать, что проповедь за рубежом — это плохо. Я просто хочу сказать о том, что нельзя изменять наставления наших ачарьев. То есть нельзя изменять концепцию, нельзя изменять ход мысли. То есть настоящее следование Махапрабху — это следование своему подлинному духовному учителю в полной степени, а не просто широкая проповедь. Вот однажды один прославленный пандит пришел к Рупе и Санатане и сказал: я бросаю вам вызов. Я хочу устроить дебат. Если вы не согласны, тогда просто подписывайте, что я вас победил. И Рупа, не задумываясь, подписал его бумагу. Но когда Джива Госвами узнал о случившемся, он был вне себя от гнева. И случилось так, что он наедине встретился с Диквиджай пандитом и сказал, с этим пандитом: я бросаю тебе вызов. Джива Госвами Пад начал, тот принял его, и Джива Госвами Пад начал задавать ему философские вопросы. Но когда Диквиджай пандит услышал их, он понял, что он словно ребенок перед ним, то есть он не знал ни одного ответа на его вопросы.
Несмотря на то, что наша Гуруварга часто старается избегать подобные вещи, подобные дебаты, Джива Госвами Падзе в этой ситуации выступил как защитник своей Гуруварги, чести своего духовного учителя. Вы знаете, почему Гуру Кешварда Бабджи Махараджа называет Парамхамса Ачарья Варья? Почему его называют выдающимся проповедником? Ведь он никогда не ездил за границу, никогда не проповедовал ни в Америке, ни в России. А что, Рупа Сенатна проповедовали там? Нет. Настоящая проповедь возможна лишь при помощи Ачарана. То есть если вы по-настоящему следуете Чайтанья Махапрабху, но при этом живете, просто живете в одном месте, например, где-то здесь, в Индии, вы в таком случае будете выдающимся проповедником. Гуру Кишор Дасбабджи Махарадж является выдающимся проповедником. Однажды один негодяй пришел к нему и сказал: как это так называемый браман, пандит? Почему Гуру Кришна Бабджи Махарадж закрылся в публичном туалете, в общественном туалете? Для того, чтобы побить наше ложное эго. То есть он тем самым бьет нас по лицу тапком, то есть указывая нам на то, что мы по-настоящему не следуем наставлениям Прабхупады. Мы бесстыдны, мы подобны блудницам. Прабхупад говорит, для чего Гуру Кришнадас Бабджи Махарадж закрылся в общественном туалете, спрятавшись от всех? Пусть приходят эти гордецы, которые считают себя выдающимися проповедниками, и испражняются на мою голову. Мне все равно. Тем самым, этим своим поступком он показывает, что он более падший, чем червь в испражнениях. То есть он делает это из глубочайшего смирения. Мы часто говорим подобное, но об этом легко говорить, но достигнуть такого уровня сознания очень сложно. В наши дни проповедь осуществляется для того, чтобы заработать деньги. Виша Вайшнава Раджа Сабха в действительности существует для того, чтобы накапливать деньги в наши дни. Но Джива Госвами учит нас необходимости защиты учения наших ачарьев. Как я уже говорил, когда Валабха Ачарья пришел в Баджан Кутир, Рупа Госвами Пада спросил: «Что ты читаешь?»
Рупа Госвами Пад сначала не хотел говорить, но тот настаивал, и Рупа Госвами Пад признался Расамрита Синдху. И тогда тот сказал, ну давай я ее исправлю, то есть я ее отредактирую. То есть, я прошу прощения, Рупа Госвами Пад писал, а Сарвабхаума Бхаттачарья пришел и... сказал, что готов ее отредактировать. Так вот, если вы утверждаете, что вы учитель своего, что вы ученик, подлинный ученик своего духовного учителя, в таком случае все качества вашего гуру должны быть проявлены в вас. И в тот момент Джива Госвами Пад находился в комнате. Он омахивал Рупу Госвами Пада, когда тот писал. Но Сарвабхаума Бхаттачарья проявил такое высокомерие. И случилось так, что Джива Госвами Пад встретил его на берегу реки, наедине, и сказал, что вы не смеете говорить подобное моему духовному учителю, Дживе Госвами Паду. Вы действительно увидели какой-то недостаток в том, что пишет Джива Госвами Пад, Рупа Госвами Пад? Вы действительно считаете, что там есть какие-то несовершенства? И тогда Джива Госвами Пад начал приводить одно за другим. Простите, речь идет о Валабхачарье. Это был Валабхачарье. Джива Госвами Пад беспрестанно приводил доказательства из шастры, что писание Рупы Госвами превосходно и точно безошибочно. Тот был очень вдохновлен. Валабхачарья был очень впечатлен ученостью Джива Госвами Пада. И затем он пришел к Рупе Госвами и сказал, кто этот мальчик? Рупа Госвами сказал, это мой племянник из предыдущего ашрама, но в настоящие дни он мой учитель, о, простите, ученик. Рупа Госвами Пад, конечно же, знал абсолютно все. Вайшнавы знают абсолютно все. Вы можете ничего не говорить, ни слова не говорить, но поскольку восприятие гуру Вайшнав очень тонко, они, лишь взглянув на вас, сразу же понимают, что у вас на сердце, что у вас в уме. И когда Джива Госвами Пад вернулся назад, Рупа Госвами Пад сказал, почему ты не можешь вынести милости, которая льется на меня? Ведь он просто хотел пролить на меня свою милость и исправить мои ошибки. Теперь убирайся, уходи отсюда. Я больше не хочу видеть тебя. Услышав это, Джива Госвами начал рыдать. Конечно же, он не мог пренебречь наставлением духовного учителя и молча ушел. Также было в случае с Лаканатхадас Госвами, когда он прогнал своего ученика, но на самом деле в этих словах «уходи» заключалось
наставление проповедовать. Итак, Джива Госвамипад ушел. Он пришел в место. Где происходили лилы, связанные с Нанда Махараджем, и там, в этом месте, он написал Сатсандарбхи. Практически не ел. Браджаваси приходили к нему и просили его принять что-то. Ему приносили молоко, йогурт, но он ничего не ел. Но тогда браджаваси настаивали, и ему приходилось по чуть-чуть принимать прасад. В конце концов, он стал очень худым и слабым. Однажды Санатана Госвами совершал очередную парикраму и услышал от браджаваси, что в их краях, в этих краях завелся, поселился святой, поселился удивительный саду, невероятно прекрасный. Услышав описание, Санатана Госвами подумал: о, наверняка это Джива. Он пришел и увидел Джива Госвамипада, который был необыкновенно худым. Увидев Санатану, Джива начал кататься в пыли его лотосных стоп. Санатана прижал его к себе и спросил, что случилось. После того, как Джива Госвами рассказал обо всем, Санатана Госвами привел его к Рупе Госвамипаду. Санатана Госвами был гуру Рупа Госвамипада. Он спросил, он сказал: «Дживе Дая, ты считаешь, что можно лишь говорить о милости к дживам, но не следовать ей? О чем ты говоришь?» — спросил Рупа Госвами. «Ты считаешь, что об этом можно лишь писать, но не следовать? Что Джива сделал плохого, что ты прогнал его? Так жестоко прогнал. Джива, заходи сюда, предлагай ему поклон, а ты прости его». Это то, что он сделал, и есть бхакти. Если бы он не заступился за тебя, это не было бы бхакти. Если бы он не сделал то, что он сделал, это привело бы его к падению. Это было бы большой ошибкой. Таким образом, Прабхупад объясняет, что мы должны защищать нашу Гуру Варгу. Как это сделать Джива Госвамипад? То есть мы должны также, не боясь протестовать против оскорблений нашей Гуру Варги. Однако это должно быть строго основано на Сиддханта Вичаре. Настоящий вайшнав, тот, кто в точности следует Бхактивинода Такуру и Прабхупаде, за секунду определяют ошибки в Сиддханте, за секунду видят их. Но обычные люди на это не способны. Сейчас я
с нейтральной стороны. Приведу пример. Если какой-то ачарья говорит, все наши ачарьи падши, то есть если какой-то ачарья критикует какую-то сампрадаю, говорит, что все представители этой сампрадаи падши, но это просто слова, а слова требуют подтверждения. То есть когда вы идете в суд и подаете на кого-то заявление, вы должны подтвердить свои слова. Когда Прабхупада говорит, я посылаю, то есть Прабхупад сказал, я посылаю своих, я посылаю на проповедь тех, кто не хуже меня, тех, кто такие же, как я. И когда находятся те, кто критикует, учеников Прабхупады, выдающихся проповедников, называя их падшими, тем самым они оскорбляют Прабхупаду. Обо всем этом я написал. И скоро это будет опубликовано. В настоящие дни баджан воспринимается как шутка, как что-то несерьезное. Что-то, где что можно совершать без искренности. Итак, Джива Госвами устанавливает Сиддханту. И самое главное в проповеди — это прославление нашей Гуру Варги, установление их славы, их выдающегося положения. Прабхупада говорит, наша цель не является сбор денег. Поскольку деньги лишат смирения и заставят вас возгордиться, начать воспринимать себя выше вайшнавов. Дхарма стоит на четырех ногах, то есть два пара йога. То есть веккали опирается лишь на одну ногу, которая является, которая отстраивает правдивость. То есть все, что у нас осталось, это правдивость, честность. Наша Гурвальга говорит, что собака не может переварить чистое ги. На Бенгале есть такая пословица. То есть чистейшее ги, высшего качества, собака не может переварить. Так вот, когда мы в своем оскверненном состоянии слушаем высшую сиддханту, мы не способны ее переварить.
Я могу привести много-много. То есть все, что у нас осталось, это честность. То есть если люди даже не опираются на честность, если ачарья и саду просто лишены честности, единственной опоры век Кали, как можно назвать их людьми? Их нельзя в таком случае назвать даже людьми, потому что они лгут, они врут. Врут ради собственной выгоды. Но эта выгода не что иное, как испражнение, дешевая пратиштха. Они готовы излагать ложную сиддханту, изменять ее ради дешевой пратиштхи. Итак, Джива Госвами Пад, помимо всего, является выдающимся учителем Веданта. Сваруп Госвами наделил его этим титулом, выдающимся Ачарьи Гауди Веданты. Несколько лет назад мы говорили о учении Адвайта Ачарья, Мадхава Ачарья, Адвайта и Адвайта философия. Джива Госвами установила одну очень важную вещь. Изначально философию Ачинтия Беда Абеда Сиддханту, философию, эту философию мы получаем от Гауранги Махапрабху. Но в действительности Джива Госвами Пад ее установил, то есть ее доказал его превосходство. Эта философия говорит о том, что философия Ачинтия Беда и Беда Таттвы говорит о том, что и в трансцендентном материальном мире и Пракрита, и Апракрита в прямом или косвенном образом связанные с Кришной. Without Achintya Vedavata Tattva, you will have to accept Mayavada.
Махапрабху дал решение проблемы разногласий в татве. То есть существует много ачарьев, которые излагают, казалось бы, противоречивую философию, но в действительности каждый со своей точки зрения прав. И Махапрабху примеряет их всех при помощи Ачинтья Беда Абеда Татвая. И примирить все разногласия возможно лишь при наличии настроения преданности. Лишь если вы смотрите на вещи с точки зрения преданности, то есть глазами, умощенными преданностью, вы не увидите в них противоречий. Вы сможете легко примирить то, что, казалось бы, с первого взгляда является непримиримым. Сиддханту можно сравнить, противоречие с Сиддхантой в Сиддханте можно сравнить, то есть с телом, которое состоит из разных частей, элементов, то есть руки, глаза, нос, уши. Все они представляют собой одно единое тело, однако они, казалось бы, абсолютно отличны друг от друга. Джива Госвамипад говорит, да, это правильно, что, предположим, в Брахме нет различий, что Брахма повсюду. Куда бы вы ни пошли, всюду Брахман. Брахман един, неделим. И все есть Брахман, то есть Туласи, я, вы. Об этом говорится даже в Гите. Я Брахман, огонь Брахман, Ги Брахман. Да, это так, говорит Джива Госвамипад, но это не означает, что Брахман в этом отношении един, что он не разнообразен. Нет, он полон разнообразия. И это легко примиримо с точки зрения Ачинтья Беда Абеда Татвы. Так
если бы Брахма был однообразным и безжизненным, кто бы стал ему поклоняться? Нет, его величие в том, что он полон разнообразия. Хотя он един, он полон бесконечного разнообразия. Когда-нибудь в будущем я в деталях разберу эту шлоку, шлоку, с которой я сегодня начал. Она содержится в Брахмакханде, и Прабхупад цитировал ее, это слова самого Бхагавана. И когда я объясню ее, вы сможете понять, почему Джива Госвами Пад провозгласил превосходство Брахмана. Сегодня на это уже нет времени. Так вот, есть Шабда Брахман, Пурна Брахман, и они едины. Если я говорю Брахман Джигаса, значит, это в действительности подразумевает под собой Шабда Джигаса. Джигаса. Я могу легко это доказать. Когда-нибудь в будущем я сделаю это, но сегодня я вынужден остановиться. Я знаю, что есть те, кто испытывает боль, слыша то, что я говорю сейчас, но нет другого выхода. Прабхупад говорит, что как только вы узнаете, я знаю, что немногие способны переварить то, что слышат здесь.